А сейчас посмотрим там выставку живых, вернее, не живых, а раскопки, когда производили, ну там что там они нашли. Сейчас мы узнаем. В такой комнате какой-то затемненный. Ну, как всегда, тут всякие лошадки. Вот сказать, что тут снимают. Ну, не знаю, тут что-то в темноте все. А, ну, ничего. Вот это, я так понимаю, вскопали этот скелет. Вот настоящие кости. Это вот голова этого ящера. Вот это яйца. А, вот, кстати, вот с другой стороны тоже тут. Вот такие огромные кости мамонта. Вот этот сустав. Ну, я думаю, с помощью переводчика можно перевести и почитать, что тут написано, какая кость здесь была найдена. Это, наверное, след. Ага, вот он след. Тут что-то, я не знаю, что такое. Сувенирчики. Вот так это вдалеке выглядит. Вот, а теперь вот это тут какие-то, может быть, камни, а может тоже кости. А, вот окаменевшие какие-то улитки. Вот такая красота тут. Минералы. Вот это красивая. Хотя и это красивая. Ну вот самый большой тут вот этот скелет, остальные уже маленькие. Ну понятно, что где-то есть выставки покруче костей динозавров, ну, а в этом динопарке вот только такие. Черепа, ого, это даже, наверное, человечи, древних людей. Ну, потом вот такой вот. Это уже опять к этим, к динозаврикам. Опять дорожка такая, ну и там те динозавры. Это только одна частичка из парка Затороланд, другие парки вы можете посмотреть на моем канале, есть видео. А так, пока подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки и до встречи.